В общем, друзья, плавал, пытался найти свое офшор, ну, то есть старое место с корягой. Короче, нифига не могу найти, не помню где. Короче, ладно, времени просто нету, видите, уже солнце садится, буквально осталось минут 15 половить. Я сегодня ничего не поймал, весь день рыбачил, троллил форель, ну, пытался троллить, типа тренировался, то есть... Плавал, наверное, часа 4 без остановки. Ничего не поймал, естественно, потому что рыба вся на глубине где-то от 20 до 30 метров. А у меня вот этот дайвер, он только до 12, и поэтому у меня, в принципе-то, и шансов не было поймать. Поэтому рыбы никакой нет, но мне рыба особо и не нужна. Я просто уже ради видео, короче, делаю этот эксперимент, потому что просили это самое. Записать видео 360 с каяка, чтобы места посмотреть. Ну, я рыбы вон, ну, вы тоже вон сами видите, на приборе ее даже не вижу, поэтому хрен его знает. Времени нет ее просто искать, как я вам говорю, здесь надо найти, потому что она там, где ее нет, она там и клевать не будет. Вот. В общем, сейчас повешу пару червей. Так. Вчера, ну да, я выкладывал там стрим, стримил прямо с каяка, с телефона. Там мне просто повезло, я плыл и увидел корягу, короче. Стал около нее и, блин, одну за одной тягал, там окуней, всяких басов. Потом, короче... Еще получилось кино, я уже когда домой плыл, я не мог якорь отцепить. Он за это дерево и зацепился, короче. Я там пипец уже не знал, что делать. А потом как-то отцепился каким-то чудом, не знаю, каким вот. Здесь бросаю. Посмотрим. Вон я вижу, как, ну, на приборе вы тоже видите, как все упало. Но, блин, рыбы нету, ни хрена. Там, где я еще, ну, я просто якорь сбросил. Там, где я его бросал, там еще была какая-то рыба. А меня-то уже снесло с того места. Там, может, кучка водорослей была рядом. О, была поклевка, кстати, сейчас. Есть поклевки, есть. Может, уже склевали. Ну, вон какая-то рыба вроде появилась на приборе. Сейчас посмотрим. Вот рыбы, я вижу, появились на приборе сейчас. Если это рыба, конечно. Блин, была поклевка, и все, больше не клюют. Вот, друзья, кого-то поймал. Вот сразу только отключился, и вот, вот он. Короче, я не буду такого брать, но это вообще малек. В общем, там вообще не клевало, поэтому я решил чуть переплыть. Я помню, вчера... Когда я рыбачил, тут какая-то лодка рядом со мной стояла. Какие-то рыбаки. Но если они тут стояли, причем долго, я думаю, что они не зря тут стояли. Сейчас попробуем, что тут. Показывает какую-то хрен на дне, типа водорослей. Блин, да что ж там такое?
грузик взял полегче. В общем, здесь похоже водоросли, друзья, и в водорослях здесь живут вот эти вот санфиши. Вот один маленький санфиш. Вот такой вот. Но я его отпущу. Ну, нету такого клёва сумасшедшего, как вчера. Я вам говорю, поздновато. Потому что вчера даже на коряге, уже вот когда начало темнеть, клёв пропал. Охренеть, друзья, вы не поверите. Сомика поймал. Я, блин, никогда в жизни его раньше не ловил. Это первый сомик. Охренеть. Обалдеть вообще. Такой прикольный. Я его отпущу, жалко. Блин. Такой красивый. Обалдеть. Я не знаю, или сомик, или налим. Охренеть. Но у вас камера есть, вон смотрите кто. Вот прямо рядом со мной. Вы видите, какая-то хрень в воде сидит? Это или нерка, или что-то такое. Вот она сидит, прям глаза высунула и смотрит. Вот здесь, прямо рядом с каяком. Я не знаю, кто это. Короче, вот сомик маленький. Ау, куда ты? О, вы видите, кто это? Вот такой сомик, друзья. Красава вообще, просто красава. Отпускается обратно. Вон сомик уплыл в глубину. Без проблем все. Короче, друзья, вот забросил еще один санфиш, но он еще меньше того. Короче, тоже его отпускаю. Сейчас, блин, попробую побольше червя подвесить. Так, блин, он опять сбежал сейчас. Может быть, еще сом пойдет. Если побольше повесить, может, сом пойдет на большого червя сейчас. Так, вот этот покрупнее вроде. Ну, слишком большого тоже не хочу вешать, потому что эти мелкие будут, блин, его просто склевывать и не ловиться так. Сюда повесили червя. Блин, ну если тут есть сомы, то это радует, я не знал такого. Они, кстати, достаточно крупные бывают. И люди их ловят и готовят, блин. Да я, наверное, еще порыбачу, я вообще думал домой плыть. Но сейчас я подумал, что мне домой-то плыть. Если у меня есть фонарь, я могу здесь рыбачить сколько захочу. Единственное, что у меня нету бортовых огней. И это типа как не по правилам рыбачить без них в темноте. Но здесь, я думаю, всем пофигу. Такое болото, здесь никто не парится, да и не ездит здесь никто так близко к берегу. Возьму фонарь, ну и тем более с фонарем там меня видно будет. Вот. Ну, я бы поплыл домой, меня просто сомы заинтересовали. Если поймать нормального сома, не такого вот этого мелкого, а большого, это было бы круто. В общем, клёво что-то нет, друзья. Ну, правда, прошло минут 5. Но у меня возникла идея, смотрите, какая. То есть я там рыбачил на форель, я вам сказал, и я на нее рыбачил, и у меня я троллил креветку, вот, и креветка-то осталась. Потому что никто не клюнул, я ее не потратил, получается. А так как ее все равно, она, скорее всего, придет в негодность, потому что завтра понедельник. А когда я в следующий раз буду рыбачить, непонятно. Я подумал, я сейчас просто вот эту креветку повешу сюда. Хоть она и дорогая, но посмотрим, может, на нее кто-то клюнет. Рвем у нее башку. Так вот, и
Может быть, большой сом пойдет на креветку. Так, сейчас. Блин, офигеть, они такие жесткие, эти креветки. Так, отлично, креветка насажена. Здесь тогда насадим еще побольше червей. Самые они любят, когда много приманки. Вот. Целую вот такую вязанку червей. Так, и все. Ну блин, у меня, кстати, каяк дрейфует, он на месте не стоит. Хоть я якорь и сбросил, но здесь такое дно. Плюс каяк здоровый, если бы он поменьше был. И якорь маленький. Вот, короче. Ладно, пока отключусь, буду ждать сама, потому что, понятное дело, он сразу прям сейчас не клюнет. Вот. Нет дела, смотрите, чуть каяк не перевернулся. Короче, якорь опять застрял. То есть я, короче, рыбачил и дрейфовал. И походу, рано или поздно опять зацепился за корягу. И вот я выкладывал вам отдельное видео, как правильно делать якорь цеплять. Видите, если бы у меня не было там вот этой херни, я бы в жизни не отцепился. Но надо ставить потоньше. Я ставил, какая была, короче. Нужна меньше, потому что эту порвать просто пипец. Я с такой дури тянул, наверное, блин, минут 20 убил, чтобы оплавать всю эту корягу вокруг. И наконец-таки эта штука лопнула. Веревка вот здесь оторвалась. Якорь перевернулся и отцепился. Это вам просто как пример. И у меня такие зацепы происходят, по крайней мере, на озере постоянно. Вот. В общем, ладно, друзья. В принципе, можно было бы еще порыбачить. Но я уже... Ну, поклевок не было все равно, блин. И плюс с этим якорем. Я думал, как? Отцеплю сейчас якорь. Думаю, поплыву домой. По пути, если что-то увижу... На дне поймаю, а в итоге получилось так, что все время на этот зацеп потратил, блин, ну и уже достаточно темно, уже хер понятно, куда плыть, но я просто знаю дорогу по памяти, поэтому мне как бы проще. Ладно, как-нибудь в другой день надо будет выбраться на сомов. Потому что, видите, хоть прибор там какие-то водоросли и показывает, но никто не клюет. У меня одна поклевка была за все это время, но такая вообще слабенькая, что-то дун-дун-дун и все. Может, вообще бычок какой-то. Короче, ладно. Просто поздно уже. Вот. Просто вот это... Ну, если бы я сразу сюда поплыл и рыбачил, но это был не мой план. Вот. То есть, как я вам говорю, сегодня у меня была тренировка троления форелей. В принципе, она прошла успешно. Правда, никакой рыбы, но зато миллион упражнений и удовольствия. То есть тут никаких сожалений нету по этому поводу. В общем, ставьте лайки, пишите комменты. Всем пока-пока.